Привет, друзья! Вот мы сейчас собрались тут в парке, который прям около Sunny Isles, и решили пожарить мясо. Въезд стоит $8. 8, Наташ, да? На машине. 7 долларов, а вот эти барбекю и лавочки бесплатно. Правда, сейчас тут, кажется, дождь начинается, но мы уже приехали. Если что, будем перемещаться вот туда, под открытые такие павильончики. Также здесь можно приплыть на яхте. Вот эти все озера, каналы, они стыкуются с океаном. Взять байдарку в аренду, покататься на байдарке, там вот их выдают позади меня. Дети купаются в этих озерах. Песчаный такой берег. Вот наша банда. Свинина и говядина. Байдарки. Да, сказал про байдарки. Но обычно это мало народу есть. Вот там мы проходили, когда была русская какая-то вечеринка, которая днем проходила. И люди собираются, в Фейсбуке договариваются, что будут вместе здесь гулять, отдыхать. Накрывают такой большой стол, ну вот как примерно вот здесь, только здесь испанцы, а вот там мы проходили дальше, ну не видно вам за вот поворотом, там русские ребята собираются. Тут у кого-то, видать, день рождения, и у детской, скорее всего, тоже, видите, шарики. Очень удобно. Смотрите, как чисто, то есть мусор можно здесь убрать сразу, как бы все. Очень цивильно, красиво, барбекюшницы стоят около каждого места, вот где лавочки. Ну, спиртные напитки запрещено, конечно, здесь распивать. Ну, под столом вино там чуть-чуть можно, что мы и сделали. Ну, вот смотрите. На байдарках ребята плывут. Я сейчас хочу вам показать поближе. Ну вот моя квартира здесь в Майами. Прямо она буквально там, не знаю, ну, 5 минут езды до этого парка. То есть, когда я вот на балкон выхожу, я вижу как раз этот парк. И вот сегодня утром я снимал видео, я как раз показывал парк. Вот это он и есть. Но потом еще раз акцентирую. Вот байдарки. Видите, детки учатся кататься. Тут уже другой какой-то канал. Вот такой вот есть покров из цветочков. Видите? Маленькие желтые цветочки. Но нам важно сейчас главное сжарить шашлык, а дальше, если пойдет дождь, мы быстренько сюда переместимся. Видите, написано, что надо использовать резервейшн, то есть павильон можно использовать только по резервации. И телефон указан. То есть вот эти вот большие крытые, они платные. Но если пойдет дождь, нам сказали, что никто нам ничего не скажет. Если мы туда переместимся, плату не возьмут. Тем более сегодня довольно мало людей, потому что погода не очень хорошая. Не все приехали. Вот Наташа, Дима, это их дочка Виктория, Ира и я. Вот наша компания. Вечером у нас тоже тут мероприятие. Мы с сырными друзьями идем. И пальмы, и такие лиственные деревья.
Ну ладно, я пошел помогу Диме с мясом. Приезжайте в Майами, приезжайте в Америку. Здесь очень хорошо. А в Майами тепло круглый год.